Добрый день, друзья. Добрый день, мои хорошие. Так, я вышла прогуляться, припарковалась. Боже, друзья, как на этой машине кайфово парковаться. Все-таки для Европы надо или две машины, да, чтобы отдельно там, допустим, на какие-то расстояния, ну, чтобы машина была побольше, или же только маленькая, потому что я на своей бы в жизни бы не влезла на это место, потому что в основном, ну, большинство машин здесь маленьких, и дело в том, что другой раз вот приехал, и там место есть, и там место, ну, машинка выехала маленькая, и все, и ты туда не залазишь. Наша машина, конечно, очень длинная. Для трассы, конечно, все, она некомфортна. Вот. Но для городской парковки сложно. Ой, как тут пахнет. Этот как раз... Вот это кафе на углу, ресторанчик, да? И они прям на улице жарят мясо, птицу. Ну, такое, как скажем, барбекю. Вон, видите? Как раз на стенке нарисовано. Очень пахнет. Раньше мои мальчишки, когда были дома, то у меня аж вот здесь вот, сейчас я выйду, за вот этим домом, вот этот, что стоит, через один, здесь я прохожу эту компьютерную томографию. Вот, и обычно это ж натощак и все. Долго ждать, ну, в общем, пока вот эти контрасты, все. И, естественно, потом мы топаем, сюда садились, здесь обедали, и потом только уже сытые и довольные шли домой. Вот это я. Солнышко бьет, сейчас вас протру. Я, друзья, вчера не выходила к вам, потому что, ну, я же тоже не робот, да? Я тоже живой человек, и немножечко психологически меня это, знаете, надломило. Потому что, что касается Леночки, да, когда ты сам еще уже вот-вот-вот, знаете, на грани. И плюс еще вот такие вот новости. А потом в следующие, ну, как, буквально там несколько часов прошло. Вот, я еще тоже с девочкой общаюсь, тоже с Людочкой. Она тоже борется с онкологией. Девочка ей 33 года, у нее рак сигмовидной кишки. И она тоже прошла КТ. Ну и вот это ж мы с ней болтали. И она мне говорит: Таня, вот представляешь, метастазы опять еще больше выросла, у нее опухоль еще не операбельна. Вот, и нашли новообразование на яичниках, и появились новые метастазы в печени. Ну и что, друзья, сказать о том, что это не оставило след на моем, я не могу.
Да, я понимаю, конечно, о том, что вот как вы говорите, не берите типа это в голову. Это у всех абсолютно все разное, разный иммунитет, разная эта агрессивность. Друзья, это все прекрасно понимаю. Но вы же понимаете то, что человек это тоже не робот, тем более, когда ты общаешься напрямую, не просто там вот смотришь, посмотрел видео, написал комментарий, а когда ты именно близко подпускаешь к себе человека, вот тогда сложнее справиться со всей этой ситуацией. Боже, я помыла голову. И у меня все колосится. Надо уже, наверное, поподровнять немножко или вести. Хотелось бы, конечно, чтобы оно отрастало, как-то пытаться уже немножечко, знаете, моделировать. Ну, то есть это самое тяжелое, что надо переждать именно вот этот курай, знаете, на голове. Так, надо вот так вот переключить, потому что я стою и мне как раз солнце бьет, и это мне надо там пойти кое-что посмотреть. Так что идемте сделаем с вами немножко вылазку. Мама моя сегодня готовит обед. Я говорю: мама, я сегодня вот просто не могу, не знаю. Вот у меня руки на кухню вообще не стоят. Что вы будете есть с Данилом? Меня совсем не интересует. Бабушка говорит: ну давай тут яшусь приготовлю. Я говорю: давай, дерзай. Я пошла с дома, мне надо немножко развеяться. Мне надо как-то собрать мысли в кучу. Обычно, когда я хожу, вот, устаю. Это приводит меня в чувство. Что-то тут все попоменялось, Икею перенесли как-то на эту сторону. Тоже куча красных трусов. У испанцев такая традиция, они красные встречают Новый год в красном этом. В красном нижнем белье. Я в какой-то из годов тоже покупала, и мы, вся наша семья была полностью в одинаковом. Было так прикольненько. Так, идемте посмотрим. Не знаю, может, Юляша не будет работать в этом году. Может, тоже к нам придут. Такие вот тепленькие пижамки по 17 евро. И даже кроксы такие же есть. Вот такие вот драконы тапки для пап. Толстовочки 16 евро. У них, смотрите, вот полуверы, допустим, есть мужские, детские, женские. И чтобы вы понимали, такие же для собаки. Понимаете, член семьи тоже должен
быть одет. Так, что-то то, что мне надо, ничего нет. Все завалено теплыми, теплые жилеты. 30 евро. Вот такие вот. 22 евро. Куртки по 20 евриков. Так, ну-ка, схожу я наверх. Здравствуй, елка. Кофточка. Что там? Не вижу, сколько она стоит. А, 18 евро. Так, погнала я наверх. А тут маленький розовый рай, друзья. Смотрите, сколько красоты для девчушек. Ой, какие приятные. 12 евриков. Но я вот такие вот сейчас тапки вообще не могу носить. У меня ноги, знаете, такие как колоды. И мне надо такие без подошвы, легенькие, потому что у меня много всяких и дорогих, и таких класснючих тапок. Но я их не могу носить. Восемь евриков. Теплые халатики. Вот такие. 25 евро. Кармахи такие, клубнички. Какие тапки. Восемь евро. Какая пижама, смотрите. Снеговик. И вот такие штаны. Если что, это не я вытащила. Это так и торчало. 17 евро. Ну, вообще, вот пижамы, вот что-что, но пижамы здесь просто лучшие. Неубиваемые. Уже сама пижама тошнит. А она все не снашивается. Кити, зайчики. Такие вот Винни-Пухи. Какие шубенцы дома. У нас же отопления нет, да? То все такие зимой ходят напучканные, тепло одеты. 18 евриков. Ой, тоже такая приятная вообще. Ну, мне что, сложно, мне надо всегда покупать только разнобой, потому что у меня низ очень маленький, а верх большой. И в наборе мне никогда не подходит. Носки какие теплые. Такие классные. Так, тут уже полно игрушек елочных, уже всякие елочные украшения. Ой, какой хороший. Шутка. Такая вот
крыса. 8 евриков. Вот. Гномы такие по 16. Олени вот такие по 16. Я если бы купила оленя, то только вот такой, как у меня есть, серая девочка. Изначально не хватало денег купить, чтобы сразу пару. А теперь их нет. Надо будет Лерой посмотреть. Может, появились. Одеялки такие уже новогодние. Посуда. Свечи. Так, ладно, друзья. Я отключусь и пороюсь двумя руками, посмотрю то, что мне надо. Красивый такой красный цвет вообще, такой сочный. Тарелочки. Мне так они понравились. Супер. Беленькие, такие нежные. Я бы вообще вот такие вот под суп взяла, знаете, чтобы вот эти избавиться от чисто такие масенькие. Прям классно. Вот такие вот 8 евро штучка, а такие 5 евро. Вот такие тоже 5 евро. Слушайте, ну прикольные, прикольные. Так, друзья, это я зашла в Пепка. Хотела вот такой вот бочоночек, знаете, какой-то такой побольше, чтобы у меня мука все время в пачке. Она меня так раздражает. Хотелось купить какой-то, ну, побольше такой бочонок, чтобы пересыпать. Чайничек такой тоже новогодний. Заварничек. Сколько не вижу. Слепая. Свечи с елочками. В общем, все уже, видите, все кипит. Все к Новому году. Такие же чашки. 2 евро. Фух. Так. Надо посмотреть, где мои скатерти. Что мне вообще в этом году делать со столом, я не знаю. Будем это... Будем на полу сидеть. Такие подтарельники. Так мне все время хотелось подтарельники. Такие прикольные в Кортенглесе. Но они такие дорогие. Вечно на них денег мне было жалко. Мне бы уже не мешало эту штучку поменять. У меня уже такая страшная. Ну, у меня такая красивая. Это на бутылку 2 евро. Ну-ка.
Ну, я еще пакеты, еще ничего не покупала, потому что я еще не знаю, кому, что покупать, что, когда и почему. Чашки. О, вот бочоночек, посмотрите, какой классный. Ну, это не для муки, но прикольный, да? Прям красотуля. 6 евриков такой бочоночек стоит. Красивенький. Это уже коробочки для подарков. Я, короче, все как всегда. Сначала тяну до последнего. Не знаю, кому что. Вот, а потом уже хожу и дивлюсь, и кажу там, что залишились одни переборки. Так. Сколько тут дюймов? Форма 26. Ну вот ёлки-палки, ну вот все 26. Не могу нигде найти 24-22. Нигде, даже в интернете нет. Так. Так, в ТикТоке увидела, красиво украшают дверь. Знаете, делают такие ленты. В общем, накрест, как подарочная упаковка. И с двух сторон вот такие банты. Ой, так красиво. Ну, как-то вот праздничного настроения совсем нет, понимаете. Ох, почему, да как? Ну, все равно хоть немножечко как-то, потому что непонятно, сколько и как осталось. Хотелось бы еще пожить. Так, вот смотрите, какие чашки тоже прикольные. Это у кого детки. Ну, хотя, не знаю. Я взрослая, но тоже как детка. Я бы много чего покупала, но у меня из-за того, что негде хранить. Ну, чашки бы я, конечно, поменяла. Меня так много чашек наших раздражает. Ой. Так, сколько такая чашка стоит? 5 евро. 5 евро чашка. Такие с рождественниками. Ну, это я вот это блестюльки. Я такое не люблю. В общем, есть все, что хочешь. На любой вкус и на любой кошелек, друзья. Короче, за то, зачем я приехала, я ничего не нашла. Ничего не нашла. Мне надо было бы все купить это, пока Макс не пришел с рейсом. Потому что с ним невыносимо. Ты еще долго. Ты это, ну что, ну все, ну хватит уже. Ну поехали. Я говорю, я если еду сама, ну что, сколько можно лазить? Ну давай уже домой, давай, вот это невыносимо. Я стараюсь все самое необходимое купить, когда его нет. Вот.
И мне так проще. Я захотела и купила. И все. И разговор исчерпан. Так, ладно, погнала я дальше. Так, друзья, все. У нас сегодня такое солнце. Прям такая теплынь. Утром было так изрядно прохладно, вы знаете. Вот. А сейчас прям красота. Я уже кое-что купила. Давайте я вот так переключу, чтобы сильно не орать. Вот. Ну и что вам на меня смотреть? Я вам покажу немножко Испанию. Вот. И это... Кое-что, в общем, купила, но не показываю. Фух. Потому что так надо. Думала, успею заехать в школу Данила забрать, но нет, не успела. Вот. На улице прямо сейчас красота, тепло так, не жарко. Вот. Друзья, а как вы смотрите на то, чтобы мы с вами вновь встретились в прямом эфире, но только не вот так вот дома сидя, а может быть на берегу моря, чтобы под шум прибоя. Как вы на это смотрите? Мне так нравится этот район. Вообще, я бы хотела тут жить. Тут настолько шикарно развита инфраструктура. Вообще. Фух. Все. Теперь можно смело ехать домой. Но я сейчас заеду, правда, еще куплю сэмолы. И поеду домой.